За минувшие сутки в Калмыкии выявили 45 новых случаев заболевания COVID-19. 16 человек выписаны с выздоровлением. Под наблюдением врачей в госпиталях республики находится 556 пациентов. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 7 на ИВЛ. Оперативную информацию озвучил в ходе прямого эфира главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. Также он сообщил о начале прививочной кампании от гриппа. В этом году ожидается циркуляция 3 новых штаммов гриппа. В этой связи реакция на прививки может отличаться. Незначительное повышение температуры тела, недомогание и головная боль. И, как стало известно, по поручению главы республики Бату Хасикова планируется приобрести еще 2 ПЦР-лаборатории. Эти лаборатории уникальны по своим возможностям. Они позволяют сделать исследование на коронавирус от отдельного человека в течение 40 минут. И в течение 10 дней эти лаборатории должны поступить уже к нам. И тогда мы сможем открыть плановую госпитализацию, то есть обезопасив нахождение и пациентов, и персонала, которые там работают в соматических неинфекционных отделениях.